Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами проведем очередное музыкальное занятие, а поможет нам его провести, как вы думаете, кто? Правильно, папа или мама, бабушка или дедушка, а может быть, братик или сестричка. Итак, с чего мы его начнем? Как всегда, мы с вами что будем делать? Распевать свой голосок, правильно. Но перед тем, ребята, как мы с вами приступим к пению, я хочу вам показать следующие картинки. Итак, кто это? Правильно, собачка. Собачка издает звуки. Какие звуки издает собака? Правильно, гав, 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 гав. А теперь какой еще издает собачка звук, когда она злая? Когда злая-злая собачка, какой звук издает? Правильно, звук «рррр». А теперь порычали вместе с собачкой. «Рррр». А теперь посмотрели на следующую картинку. Кто это? Правильно, это жук. Жук, когда летает, какой звук издает? Звук «жжж». Правильно, пожужжали вместе с жуком. А теперь вверх. Итак, достаточно. Посмотрели на следующую картинку. Это кто? Правильно, это ежик. Ежик какие звуки в основном издает? Тихие-тихие. В основном он фыркает и пыхтит. Давайте попыхтели вместе с ежиком. Остановились. А теперь пофыркали вместе с ежиком. Остановились. Итак, обратите внимание на следующую картинку. Это кто? Правильно, это гусь. А теперь какие звуки издают гуси? Правильно, га-га-га. Га-га-га. А теперь погоготали вместе с гусями. Приготовились. Га-га-га. Га-га-га. Остановились. И какие еще издают звуки, когда они злятся и хотят прогнать нас со своей территории? Правильно, они шипят. А теперь пошипели вместе с гусями. Еще раз. А теперь мы с вами приступим к разогреву наших голосов. Итак, распевочка. Вот идем мы вверх, вот идем мы вниз. Приготовились. Спинки выровняли свои, подбородки приподняли. И вот идем мы вверх, вот идем мы вниз. По ступенькам вверх, по ступенькам вниз. Вот, правильно, если вы заметили, мы нашу распевочку стали петь немножко быстрее. На ступеньку вверх приподнялись, приготовились. И вот идем мы вверх, вот идем мы вниз. По ступенькам вверх, по ступенькам вниз. Еще на одну ступенечку приподнялись. И вот идем мы вверх, вот идем мы вниз. По ступенькам вверх, по ступенькам вниз. Еще на одну ступенечку приподнялись. Приготовились. И вот идем мы вверх, вот идем мы вниз. По ступенькам вверх, по ступенькам вниз. Уважаемые родители, прошу обратить внимание, чтобы каждый звук, каждая гласная или согласная буква звучала отчетливо. То есть добивайтесь от детей четкого выговаривания каждого звука. А сейчас мы с вами приступим к разучиванию второго куплета песенки
Правильно, днюющий, что в переводе с гагаузского языка обозначает солнышко. Итак, слушай второй куплет. Когда мы знаем второй куплет и первый, что мы делаем? Мы соединяем оба куплета вместе. Итак, начнем. Итак, на этом наше занятие подошло к концу. Рад был встрече с вами, со всеми. Я надеюсь, занятие вам понравилось. Ну что ж, на этом попрощаемся с вами. До свидания, до следующей встречи.